Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Алекс, и вы попали на наш новенький классненький видосик. Мы сегодня с Жекой выбрались на улицу наконец-то. Копаем, делаем для вас контент с прыжками в сугробы. Нам, короче, сегодня никто не присоединился, мы звали Диму и Владика, и вообще всех людей мира, но они все ленивые сраки, им холодно, они сидят дома и пьют чаечек тепленький. А мы пьем чаечек тепленький на улице. Только на улице еще попрыгаем. Мы выбрались на новое местечко сегодня, копаем сугроб здесь, и будем тренироваться и прыгать с разных высот. В идеале для меня сегодня сделать два новеньких элемента на улице, ну а там посмотрим, что получится. Хотим потом дальше пойти вон туда, далеко. К этому мы сюда вернемся и сделаем здесь много очень интересных прыжков. Здесь удалось сделать манкосик оттуда сюда. Мне было очень страшно. Он легкий, но мне страшно. Ради вас Женек вернется летом. Да, и еще летом кинет. Отсюда нужно будет точно кинуть суперменчика передочку. А я его не делал. Потому что я тоже боялся. Но теперь я научился делать супермена и готов. Мне на самом деле очень не нравится делать сальтухи, но, к сожалению, вот в такой погоде мы просто паркур никак не можем потренить. Поэтому копаем, делаем сальтухи, учимся чему-то новенькому для того, чтобы летом разваливать. А я механизм. Действие равно противодействию. Но... Всегда, когда родители говорят, ты будешь дворником, походу, это не так плохо, как кажется. Да, это вообще-то весело, ребят, кстати, выходить на улицу, копать снег. Я забыл про супер приспособление, которое... Я делал кулечки, и теперь у него будет снег в ногах, мокрый снег, и потом вода. А у меня будут мокрые кульки, и все. Такую кучку мы уже накопали, как вы понимаете, здесь Жеке уже больше, чем по колено. Чувствуешь себя как в детстве. Думаете, что я только снимаю? Это не так, я тоже работаю. Работяга, давай, копай, копай. Вот так вот, правильно. Давай, вот так вот его. Все, Женек, раздевайся и прыгай. То есть я вот это вот заканчивал школу, поступал в университет, писал олимпиадки, чтобы потом перед какими-то мужчинами на камеру раздеваться. С какого элемента ты хочешь начинать разминаться? Ну, наверное, с гейнера. С гейнера разминочку начинаю. Это было страшно, по-моему. Это было смертельно опасно, да? В одно место все эти ваши гейнеры, как спереди. Попрыгаем, как Алекс говорил, нормально будет. Давай, вот так вот. Мы рыбу убивали в 1300 году до нашей эры. Опа, чё. Женек пошел расчищать себе там площадку для суперменчика. Пока там Женек копает, я выпью горяченького чаю. Иди сюда чай пить. Честно тебе скажу, после сугроба это лучшее, что может быть. Есть к вам вопрос. Хотите ли вы стримчик с нашей тренировкой по паркуру? Если да, то мы задумаемся и сделаем, потому что очень хотелось бы, но не как обычные ребятки, которые сидят перед экраном, а сделать реально полезную, интересную тренировочку. Как вам такая идея в комменты? Напишите. Я буду за донаты кидать манки гейнеры. А вот это уже интересно. Ты готов принять? Думаю, да. Ой, ты жив? Да, нормально. Охота на мамонта. Кидай лопату. Красавчик. Как тебе чаечек? Вкусненький. Спасибо, Аделинке. У нас получается это вторая часть прыжками в сугробы. Если вам такое нравится реально, то набираем 2000 лайков, и мы выпускаем сразу третью часть. На прошлом видосике уже есть 2000 лайков. Меня не может это не радовать, потому что актив возвращается постепенно. Значит, вам такое нравится, и мы будем делать такое чаще, верно? Да, только вам нужно успеть до того, как растает снег. Обязательно пишите, мы хотим собрать большую движуху, накидать огромнейшую кучу, кидаться с огромной высоты. 2000 лайков, и мы это делаем. Сделали местечко на разгон, и будем сейчас стрибать в окошко. Ой-ой-ой, ты перелетел в сугроб. Ну, это, кстати, вообще было не больно. Обача. Я то ли на камень, то ли на клумбу пришел. Пальцами шевелю, все нормально. Сука, а что там давай такое? Давай, вылезай, посмотрим. Слышно вам? Нога хрустит. Нормально себя чувствуешь, типа как галик или как что, или как перелом? Это не перелом, я наступаю на ногу, все норм. Это либо я отбил галик, либо вывернул его. Там камень какой-то, я на камень прыгнул. Минус галик. Это прям очень жестко было, я не думал, что там есть какой-то камень. Потом мы проверяли, смотрели, чистили, ничего там не было. А по итогу я воткнулся прям очень сильно ногой. Я решил посмотреть и достать, куда я все-таки ногой ударился. Достать эту гадину, будем ее пытать. Я нашел, пластина какая-то. Подожди, это люк? Сантиметром дальше, сантиметром раньше, это ничего бы не было. Это люк реально. Ногой понял, в эту пластину, походу, да, зашел. Прям, жесть. Любое говно, которое происходит в жизни видеоблогера, превращается в контент. Я хотел очень сильно отказаться от названий неудачное сальто и все остальное, но не сильно удачное, да, было сальто. Связка пухшая. Вот здесь вот очень сильно пухло. Такое тоже бывает, не расстраивайтесь. А пока Женек попрыгает сам. Ты будешь со мной? Я буду с тобой, но я тебя поснимаю. Мы с Женьком перемещаемся на другую локацию. Я прыгать закончил, вроде бы хожу нормально, но рисковать лишний раз точно не буду. Сегодня с меня холодная ванна, и я лечу ногу, а дальше уже будет контент. А Женек еще планирует много чего накидать. Я его не покидаю, да, я с ним остаюсь. В основном один такой очень суперменчик высокий, дай бог, чтоб я кинулся на него. Только теперь мы дно проверяем тщательнее. Сейчас мы проверяем тщательно дно, очень тщательно. Переместились на локацию с турником, и Женька сейчас ребёт себе сугроб, хочет попробовать ледж-гейнер. Алекс предложил, и я такой, а почему бы, собственно, и нет. О, молодец, это было уже неплохо. Но все равно плохо, я знаю. Я знаю, ребята, кто умеет прыгать в ледж-гейнер, не говорите мне, что это ужасно, потому что я знаю, что это ужасно. Что ты задумал? Я не знаю, как называется этот элемент.
Ого, красавчик. Самое мерзкое, это когда руки касаются этого вонючего снега. Они прям... А он прям вонючий, умирают. Да? Он очень вонючий и очень-очень холодный. Холодно! Пришли сейчас на нашу крайнюю локацию, которая в прошлом видео была первой. Переходите, посмотрите, подсказочка здесь. Видос получился очень классненький. Жека стоит на самой высокой точке этого спота и думает сюда кидать переднее сальто. Но это будет не сегодня. Если вы наберете 3000 лайков, то Женек обязательно кинется. Но это будет следующий день. И тогда, когда мы соберем огромнейшую движуху, может быть, еще кто-то кинется на этого супермена, мы нагребем здесь просто огромнейшую кучу, сугробище. Все зависит именно от вас, вашего актива. Проявите его, и все будет уже совсем скоро. Третья часть уже не за горами, я уверен в вас. Поддержите наши старания лайком, и вот это вот может произойти на ваших глазах. Сейчас я еду домой, переодеваюсь, еду в капу закачивать, растягивать ножку свою, восстанавливать ее. Смотрите, не переключайтесь. И ждите суперменчика моего, я очень хочу его килнуть. Он прям... Так все зависит от подписчиков. Мы купим много лопат, много людей, рабов возьмем, и они будут накопать эту огромную яму. Вот такая вот гуля у меня на ноге. Но самое интересное, что пока что она не болит. И пока она не болит, я сейчас отправляюсь к Диме и Владику в капу. Мы будем тренироваться, а потом уже на завтрашний день посмотрим, что будет с моей ногой. Пока я могу, я буду тренить. Давай, Владик, давай, Владик, давай, Владик. Хуя он жирный, блядь. Я зверь. А это наш Халк. Шит. Мужчина. Мы вот этим вот движем собираемся в теплую весну поехать в тур по Украине. Просто представьте, что будет. А пожалуйста, дайте мне место. Тяни! Вот это мужчина, настоящий зверь, настоящий воин. Ой, горнюсик. S'il vous plaît, pas ces jeux. Oh, easy. Ой, я палява. Заселили матань пространство. Сейчас будем оттуда вот кидать окурчик вот сюда, на эту трубочку. Вот это молодец, красавчик, брат. Make nice stick. Красиво, я бы тоже так хотел уметь. Сразу зашел, прыгнул, в этом-то и прикол, нет страха, страх есть только тут, а страха вообще по сути нет. Блядь. Я стикал его несколько раз, но почему-то сегодня конкретно этот прыжок мне вообще не идет. Красавчик. Ну вот. Идеальный стик, идеальный мужчина. Изи. Женя, рэп, 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 зачитай. Yo, I'm Eminem, yeah. I want to eat some meat, yeah. Наверное, самый сложный челлендж на данную секунду, который я делал здесь. Конкретно сегодня наша тренировка подошла к концу. Мы просто вымотались на износ, сделали очень много крутецких челленджей и теперь собираемся домой. Ребятки, я уже практически домонтировал этот видосик. Если вам понравился, то обязательно ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на мой канал и оставляйте положительный комментарий, ведь только так я понимаю, нравится вам такой контент или нет. Хочу вас обрадовать и сказать, что уже в следующем видосе мы огромной толпой будем прыгать в сугробы. Выход этого видоса зависит именно от вас. Если за день набирается на этом видео 2000 лайков, то видос выйдет в среду. Если же нет, то видосик намечен на воскресенье. Поддержите, покажите актив, и тогда видосы будут выходить намного чаще. С вами был Алекс, Женя, Дима, Владик. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока.